Привет, ребят, это снова я. О, пришел опять я на пасеку. Сейчас, может, сделаю мелкую ревизию, кое-что так подсмотрю, отводки. Многие диванные профессора меня критикуют постоянно, что я хожу в таком обрёбанном костюме. Я вам 10 раз объясняю, уже не один раз видео снимал, что это у меня рабочая роба. Я в ней постоянно работаю, во-первых. Второе, мне удобно. А если я буду как модель тут переодеваться все время, то, извините, это не пчеловодство, а какой-то подиум. Это, как говорится, в-третьих. Ну, коль вам так хочется, вот я специально сегодня для вас красиво оделся вот так. Потому что работы основной такой нету, технической. Потому что если прополис попадет на какой-то материал, он не отстирывается вообще. Вообще прополис растворяется только 100% в спирте. Извините, у меня столько нету и самогона, и спирта, чтобы выстирывать эту робу, грубо говоря. Вот такие вот заметки пчеловода. Это, как говорится, прожарка хейтеров, которые постоянно пишут. Так что получите, как говорится, фашист гранату. Вот. Ну, сейчас я посмотрю шутка шутками. Посмотрю я пчелосемья некоторые, вот, перед этим, я не знаю, выкину я ролик, как я съездил на поле гречихи, там вкратце показал, какой взяток. Сейчас хочу посмотреть еще раз, потому что обещают впереди дожди, надо знать, как манипулировать семьями, потому что непонятно, если будут дожди, то уже взяток 100% закончится, надо будет к зимовке готовиться, к закормке, грубо говоря, посмотреть, что в гнезде там, сокращение делать. И если все хорошо будет, оставляем. И еще недели три, как говорится, мы будем на высоте. Вот такие вот дела. Так что не переключайтесь. Кстати, его хочу похвалиться дизайном костюма. Даже пчела ругается, говорит, что вы его дергаете. Вот такой костюм приобрел. Ну, вот такую взять его простую. Москитную. И, в принципе, она довольно неплохая его. Раз, вот так надевается, и, о, пожалуйста. Костюм называется «Азия». Кому интересен вариант, вопрос такой. Вот сейчас я его протестирую, посмотрим, будут шпарить пчелы. Ну, это такой костюм для больше беглой ревизии. Если есть взяток, чтоб пчела не драконила сильно. Ну, вот, пытается какая-то джагнуть, вроде все нормально. Вот, сейчас перчатки одену. Ну вот, все, боекомплект готов. О, красавец мужчина, правда? На такие вот дела. Сейчас проверим отводки с вами и будем заниматься дальнейшими делами. Так что не переключайтесь. Так, поехали. Сейчас, ребята, буду переселять эту семейку. Точнее, отводок. Вот, тут он на 5 рамок был сделан. Ему тесно. Сейчас буду что-то думать. Рамок тоже маловато. Ну, может, что-нибудь придумаем. Ему на самом деле очень тесновато. А сюда какой-нибудь кинем потом двухрамочный. Потому что пчелы много. Вот, выкучивается его. Смотрите, какой расплод. Хороший, пчела заливает его. Так, это был старый корпус, вот я его так сделал для себя. Пока временный будет такой корпус. Ну вот, расплоды, видите, сколько выйдет пчела, вообще никуда будет ей, как говорится, жить, существовать. Тут вот рамочка. Такая вот, достраивают они. Серединку поставлю. Кстати, это вот пустую рамку я ставил. Вот, ребята, без вощины. Видите, они сами оттягивают язык. На пластиковой проволоке замечу. Расплод, ребята, видите, пчелиный. Нету трутня. А то мне дилетанты, как всегда, говорят, для чего ты это делаешь? Вот, они, считайте, целую рамку сами оттянули. Вот такие вот дела. Это был простой отводок на маточнике. Вот, пожалуйста.
расплода сколько сейчас будет. Тут они залили метком. Вот, сейчас они сработают. Вот. Поставим рамочки и будут работать девочки. Этот корпус мы переселим. Все. Маточки нет вроде. Этот мы отводочек в сторонку поставим. Сейчас пчела слетится сюда и все будет окей. Сейчас пока прикрою под временем. Воровства не было. Сейчас они привыкнут. Сюда летная подлетит.